Настольный теннис у нас особая любовь к нему. У нас более 5000 постоянно занимающихся спортсменов. У нас даже наша сельская олимпиада, которую мы ежегодно проводим, кстати, 55-й раз будем проводить в следующем году. Настольный теннис – это обязательный вид спорта. Поэтому мы приняли решение этот объект возвести для массового занятия спорта, для наших мячей, и уверены, что все у нас получится. Город прекрасный, явно здесь видна рука хозяина. И, конечно, хотелось бы и своим небольшим вкладом обеспечить создание условий комфортных для досуга всех граждан, независимо от возраста и профессиональных навыков. Надеюсь, что данный зал будет заполнен, если не круглосуточно, то, по крайней мере, максимально. Вот вижу детей и мечтаю о том, чтобы увидеть, может быть, их, а может быть, других чемпионами не только России, но и более высокого уровня. Выполнены все подготовительные работы для того, чтобы начинать аукционные процедуры. Это будет модульная быстровозводимая конструкция, где сможет одновременно разместиться 15 столов и играть настольный теннис 30 человек. Поэтому уже скоро мячи смогут играть в любимый настольный теннис. Такой центр настольного тенниса нам просто необходим. Сам вид спорта замечательный, он индивидуальный, он безопасный, очень разносторонне развивает детей, взрослых. У нас много спортсменов, у нас много любителей, кто хочет, кто желает играть. Тренерский состав готов к работе, поэтому, конечно, улучшение условий – это всегда замечательно, это всегда прекрасно, это поднимает мотивацию и престиж спорта в целом.